все угли я позарезал, почистил где надо. Сейчас будем собирать. Эта штука у нас идет сюда. Вот эта штука у нас идет сюда. Вот это кольцо вниз надо, чтобы было. Так. Так. Конечно, такая конструкция на блин жестче. Ну, а это сюда идет. Сейчас это надо сюда расклеить, а двигатель у нас сюда крепится, а столешник будет сверху. Так, простенький шлифовальный станочек будет. Я люблю промазывать, чтобы было надежно. Thank you.
Что, подключение сделал, теперь сделаем первый пуск. Просто бомба. Вот. Можете себе обратить внимание, да? Вибрации вообще нет. Шайба кривая. Он так положи. Видео поставлю. Установил сюда барабан соточку в диаметре. Поклеил это все дело. И в принципе немножко есть биение небольшое. Включу, как он работает. Работает очень тихонько. Ну то есть как бы. Незначительно. Как я буду калибровать? Вот взял наждачку 80-ку, набил на фанеру. И сейчас просто приставлю. Кстати, еще сделал сзади аспирацию. Сейчас подключу еще. Хочу посмотреть, как аспирация будет работать. Для аспирации надо еще немножко по всей длине, когда его шлифую, что здесь все равно прет. Вот. Здесь снизу тут немножко отверстие надо закрыть. Вот. В принципе, это просто для того, чтобы шлифануть его. Если небольшое биение есть, это в принципе ничего страшного в этом нету. Чтобы его в принципе убрать, это биение, то конечно же сюда нужно просто наклеить резину, ну такую хотя бы миллиметровую, двухмиллиметровую, тогда она будет, вот эти вот биения вообще будет убирать идеально. Ну, я уже пошлифовал немного. Я уже пошлифовал немножко так. Покажу еще вам. Как пыль ловит, да? Закрепил я вам, как видно, да, на камере вообще все очень просто. Вот. Шуруп, шайба. Все. Что еще надо? Так же самое снизу. Внизу, даже внизу. Сейчас покажу. Будет она работать, сдержаться будет нормально. Потому что покупать, допустим, шлифовальные барабаны заводские, да, вот эти вот, которые клеенные, они реально дорого стоят и не забиваются быстро. Ну, как забиваются. Страшно шлифовать, если сосну, конечно, она будет забиваться очень быстро. Если лиственную породу, типа как береза, там, ясен, дуб и еще что-то, то меньше, соответственно. И вот здесь то же самое. Здесь даже я вот шлифанул немножко под углом. Вот, и сюда вот прям раз, и чтобы меньше загиб был. Лента вот эта вот китайская на тканевой основе, она какая-то вообще, то есть я ее пытался оторвать ровно, и она вот видите, как пошла, то есть в сторону. Вот. Ну, в принципе, она как бы не мешает там. Вот здесь он немножко прошло в сторону. Как бы ничего страшного. То
знаю, допустим, ну, шлифует, в принципе, другая дальше перекрывает наждачка. То есть это как бы незначительно, если такие вот есть будут прорывы и накруты. Ничего страшного, в принципе, я считаю. Вот. Конечно, попробую еще наклеить резину. Что у меня получится, не знаю. Покажу. Вот такой вот барабан. Это 80-ка. Семья. Всегда наждачку взял себе и сам поменял, да и все. Никаких проблем нету. Можно, в принципе, правда, у меня нету. Наждачка есть на полороне. Но она, по-моему, рвется градациями. Но есть такая, что не рвется. Попробовать ее намотать. То есть отрезать. И полоски, допустим, я делал по 5 сантиметров. Вот так вот. Это 5 сантиметров полоса. Ну, я пытался дорвать 5 сантиметров, но ну, ничего страшного. Биение, то есть сами вот диски, которые я наклеивал, да, они их немножко, ну, как видели, да, гравером немножко разбивал в середине отверстия для того, чтобы проще одевалось на вал. Я их вырезал на станке, оно плотно, конечно, одевается, но я побоялся то, что когда я наберу этот сэндвич, склею, я его потом просто отсюда с вала не стащу. Вот, то есть будет тяжело одеваться. Лучше пусть он одевается немножко как бы посвободнее. Вот так вот, да. То есть у него там какая-нибудь там 0,3, там полмиллиметра может быть биение. Я шлифовал, может где-то местами. То есть, ну, может быть местами где-то там полмиллиметра биения. Но в принципе, я вам скажу так, оно не ощущается, когда ты шлифуешь. Вообще его нету при такой скорости. Конечно же, возможно, на будущее надо будет сделать какое-нибудь приспособление для, чтобы нож можно было так ровненько опустить вверх и вниз, чтобы откалибровать. Либо одеть это все дело на токарный станок и на токарном станке, то есть с помощью, то есть фрезера или либо стамески калибровать, то есть вал. Но опять же, нужно так все четко сделать, чтобы было 90 градусов, конечно же, здесь. Ну, я же говорю, что я здесь пробовал вот сюда. Все равно фанера, она не является идеальной. Здесь немножко где-то есть изгиб. Вот. Допустим, когда я представляю угольник так, то не совсем 90 градусов. Когда ставлю так, то 90 градусов есть. Вот. Но это фанера, это же не металл, вот, шлифованный, калиброванный. Его сложно как бы. Это присутствует. Ну, в принципе, вроде бы так. На этом все. Ну, в принципе, обрезал я уже барабанщик. Вчера я наклеил резину. Держится довольно-таки неплохо. Сейчас намотаю сюда и прибью степлером. Там я показывал один из способов. Просто намотал и закрутил шуруп шайбой. А это накручу и степлером прибью. Попробуем такой вариант. У нас барабан крутится в левом вращении, поэтому нужно накручивать ленту так, чтобы она при шлифовании имела, то есть, возможность закручиваться, а не раскручиваться. То есть, поэтому его нужно мотать вот таким вот способом. То есть у меня это вверх, я подписал вверх. Оно будет накручиваться по часовой стрелке. Потому что крутится у меня он против часовой стрелки. Thank you.
так как у меня это нижняя часть, то поэтому я его свел к самой нижней точке, потому что внизу в основном шлифоваться будет. Ленты немножко не хватило, я не рассчитал, то есть этот момент, то есть что длины ленты это не хватит. Но в принципе шлифовка в основном снизу происходит, поэтому сам барабан он высокий. Пока будет так. В следующий раз уже просто вырежется лента подлиннее, можно замерить просто, сколько там не хватило, если это принципиально, то есть, ну, допустим, до сюда, да, и все, и так же. Снизу я заземлил шурупом, это для того, чтобы, то есть, ну, можно было подобрать угол именно, то есть, намотки, чтобы можно было играть, потому что если припил бы, то оно бы не играло бы. Вот так. Я его сейчас сниму. Резина просто влазит, вбивает это, но чуть-чуть легче. Здесь можно дополнительно. Здесь просто прикручен, то есть на шурупики и шайбами поджаты. Вот так вот. Ну а здесь у нас будет вот таким способом кольцо на высоте. Сейчас попробуем шлифануть.
клей вчера наносил просто палочкой, потому что кисточки будет хана, ничем не отмывается, клей не берет. Никакой растворитель. Пробовал вальспирит, 147-й, ничего не берет. Взял камеру, вот я, это верх я всегда оставляю на ленточную пилу, вот, нижнюю часть вот можно использовать. Вот, она вся такая, конечно, кривая, вот, но когда ты ее клеишь, натягиваешь, то он, в принципе, ну, выравнивается. Еще как бы сам клей, он его немножко так камеру мягче становится камера. Приблизительно нужно посмотреть, какой угол делать, там, наматывать. Ну, образно вот такой. Вот. Сейчас просто держу этот угол руками. Руками. Потому что надо будет его это все дело. Потом раз, и струбцинка это будет с резиновой, то есть частью именно зафиксировать. Она хорошо прижимает. Сразу можно, в принципе, немножко подсунуть. Клей 88. Пошел, купил в магазине. Я его, эту резину приклеиваю на колесо, на ленточной пилы этим клеем. Вот. Такой емкости есть поменьше. Вчера схватываться начал быстренько очень так клей. Видно, дерево просто влагу впитывает в себя быстро. То есть оно как-то ну вот он уже, видите, такой вот сам по себе уже схватывается, то есть липкий такой, вязкий становится. Плюс он еще какую-то немножко делает ну, мягкость для резины. Это все дело мы можем только размазать. Резину не мазал, мазал только дерево, все. Сейчас мы его. Вот так вот промажем. Дальше просто беру резинку и тяну. Ну, Дима, иди помоги, пожалуйста, наверное. Ой, он же такой аж холодный стал. То есть чувствуется, что реакцию становится. Надо будет струбциной поджать просто именно вот здесь вот. Конец. Сейчас. Давай. Ну и вот. Так, все-таки оно плохо. Сниму. Сейчас я, наверное, возьму вот эту часть, размотаю. Видишь, он получается его этот. Сейчас минуточку. Я его здесь намажу. Там просто надо будет перетянуть. Ну, в принципе, время есть, как бы для того, чтобы его там, знаешь. Время сводывания. Чтобы как бы выровнять немножко резину там. У меня вчера просто уже все руки в клею были, короче, и этот не берет никакой растворитель. Просто нужно, чтобы в ванне, наверное, размокали руки. Схватывается, так я тебе скажу.
быстренько накрою. Не ветрился, если что, откроем, если надо будет. Так, а сейчас я скажу, как это. Что-то. Они же она юзает. Надо натягивать. Потому что резина кривая. Потянула хорошо. Так, теперь с этой стороны убирай. Видишь, смотри, как держит его. Клей схватывается. Тут просто сам именно вот эта часть, конец. Сейчас, минуточку, я посмотрю. Короче, чуть-чуть сюда. Видишь, как срабатывается? Так, как с целью захватить? Надо вот эту резину, чтобы она здесь осталась. Сейчас, немножечко, подожди, не хватай. Ну его видишь, как тянет. О, ну тут хватай. Вот так и так. А там конец такой, не он там доклеится, если что. Давай, с проворотом, отлично. Все. Тут небольшой валик где-то получился, я думаю, может в середине клей, знаешь. Ничего страшного. Все, его так нужно оставить, чтобы он сох пару часов. Ну, вот так, в принципе, наклеили. Все, дальше оставляю сохнуть его. Сейчас излишки вот эти поудаляю, где есть клей немножко, то есть попридавливаю, то есть именно где пузырь, знаешь, чтобы его разладить. Что я наносил обильно. Делаю обрезание резины просто вот таким вот резцом. Уже начал я, сейчас я дорежу ее. Все. Здесь все так получается. Начинал конец, который приклеенный, прижал к фанере и так надрезал просто его, чтобы начать тянуть за резинку и подрезать. Вот так вот получается такой результат. В этом станке еще сделали фиксацию вала. Вот. Если подкрутить, вот. Ключ есть снизу. Вот так вот оно все выглядит. Сейчас покажу, как оно все устроено. Ключ был вырезан на чипу станке. Правда, эту прорезь мы сами уже вырезали. Вкручен просто болт, вот, и пружина надета для того, чтобы оно работало. Все, и сделана кнопка, сделан паз. Здесь внутри это все прикручено там. Так оно работает.